Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопияно Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванча Калпатаруваша Кепасинду Бевача Патитанам Павани Бхавашна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайте Гирим Яд Кепатам Ханаванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидевай Пьявай Кесавасача Кришна Бхакти Баде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарунчайва наруттамам Девин сарасвати васам тато жайо мудире Шанкиртане кришна кату пудеша Гаурия патрасша пракасане ча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод варанна Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виранчанатам сараньям Виттаттихам панатапал бхабаддипутам Банде махапурушате чаранаравиндам Ятпада паллава накачандамани чатая Висфуржита кимапикаводушва дарша Пурнану Рагараса Сагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипамкараси Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аяануламмита хужоу канукабудату Шанкританой капитару камалая такша Вишам бару дижа бару жугадарма палу Банде жагат приякару каруна батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванрупена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивушита вам бхагам Нараяно прияманамга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджасва бадане Лакшмир жасва бча вакшаси Жасьясте хиде самбид Там нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Bhaktistu Bhagavad Bhakto Sangena Parijayate. Bhaktistu Bhagavad Bhakto Sangena Parijayate. Gauriya Goshthipati. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, для того, чтобы осознать, что за насколько уникален Гора Хари, необходимо отказаться от дурного общения, от любого неблагоприятного общения. Парамахамса Джагадгуру сказал, что для того, чтобы осознать, насколько поразителен, удивителен Гауранга, придется оставить дурное общение. В таком случае вы сможете осознать, но никак иначе. Неблагоприятное общение может проявиться в форме жены, дочери, сына, друга. Я не знаю, как это проявится в вашей жизни. Отца, матери. Оно может прийти в любой форме. И может поглотить силу вашего баджана, жизненную силу. Съесть ваш баджан. Жизнь за жизнью. Вы скитаетесь, и дурное общение поглощает все результаты вашего баджана. Если вы совершаете баджан, но при этом не испытываете никакого вкуса, вы не сможете долго продолжать. Но в действительности этому может быть много причин, почему вы не чувствуете вкуса. Возможно, потому что вы совершаете оскорбления. Это совершенно не говорит о том, что Шрила Прабхупада не имеет силы. И якобы по этой причине мы не испытываем вкуса. Это совершенно не так. Прабхупад часто говорил, что если мы даже и слушаем Харикатху из возвышенного источника, мы при этом можем не испытывать вкуса, не получать результатов. Какова этому причина? Это говорит о том, что присутствует апарадхи, оскорбление, серьезное оскорбление, не какие-то пустяковые. Незначительное оскорбление можно аннулировать, повторяя Вриндадева Деви Аштакам и читая по две главы Бхагавад-гиты в день, в особенности на Двадаши, завтра будет Экадаши, а следующий день — Двадаши. Так вот, на каждой Двадаши Титхи ночью, Двадаши ночью, если вы будете повторять Вриндадеви Аштакам, это очень благоприятно отразится на... То есть это аннулирует оскорбления, совершаемые в процессе преданного служения. И точно так же чтение Бхагавад-гиты, две главы ежедневно.
вместе с санскритом. Так вот, Прабхупад говорит, что вы можете слушать Харикатху из очень возвышенного источника, но при этом можете не получать никаких плодов этого. И причина этого — апаратхи. Таким образом, необходимо отказаться от любого неблагоприятного общения. Представьте, с одной стороны стоит Гауранга, абсолютная истина Гауранга, а с другой стороны, на другой чаше весов, бесконечный мир. Точнее, бесчисленные наслаждения. На другой чаше весов находятся бесчисленные наслаждения, и от вас зависит, что вы выберете, а что отвергнете. Если вы скажете, я выберу Гаурангу, но при этом какие-то наслаждения тоже не откажусь от них. Но этого невозможно. Это невозможно. Гауранга Махапрабху таков, что не терпит никаких осквернений. Неблагоприятное общение может проявиться в любой форме. Мы даже представить себе не можем, как и когда оно может прийти к нам и заставить пасть. Наше стремление бросать вызов не есть хорошо. То есть, что правильно, это полностью предаться. Чувствовать, что я ничтожен. Я ничего из себя не представляю. Но нам крайне сложно сделать это. Невозможно. Мы не можем по-настоящему понять, почувствовать, что осознать, что наша жизнь временна. Мы можем об этом много говорить, но прямого осознания крайне сложно достичь. И это осознание даст вам понимание, что необходимо совершать баджан. Пример этому. Сегодня день явления Шривастакура. Каждый знает, что он вечный спутник Махапрабху. И как я уже много раз говорил, Панчататва означает полноценная Бхагавататва. Не частичная, невозможно изъять Гаурангу или Нитьянанду из Панчататвы. В таком случае Бхагавататва будет не полная. Бхагавататва полна, полноценна. Имя, спутники, дхама, лила — все это представляет Бхагавататву. Бхагавататва не частична. Если вы отрежете преданных от Бхагавататвы, вы не сможете ее понять. Не сможете осознать Бхагавататву. Лила, парикар, вайшишто,
Бхагавата Таттва состоит из лилы, парикар и так далее. Если вы хотите познать Рам-таттву, вам нужно осознать, кто есть Рам, Лакшман, Шатруна. Если хотите осознать Гура-таттву, нужно понять, кто есть Нитянанда, Адвайта Гасай, Гададхара Пандит. В противном случае Бхагавата Таттва не будет полной. Так вот, наш Шривас Пандит относится к Бхакта Таттве. Бхакта Бхагават, Гранта Бхагават. То есть все это Бхагавата Таттва. Его жизнь и душа были полностью посвящены служению Гауранге. Шивас Пандит, его жизнь, душа, все, что было у него, было посвящено служению Махапрабху Бхагавата Таттве. Родился он в Шрихатте. Это то же самое место, где жил Ниламбар Чакраварти, Адвайта Гасай и многие другие спутники Махапрабху приняли рождение там. А затем все они пришли сюда, поскольку знали, что здесь явится Махапрабху. К примеру, Адвайта Гасай знал, что Бхагаван придет. Придет сюда для того, чтобы спасти всех нас. И точно так же Шривас Пандит знал об этом. Он знал, что близится пришествие Бхагавана, что он придет на зов Адвайта Гасая. Никто не знал, почему Адвайта Гасай внезапно начал танцевать. Харидас Такур спросил, почему ты танцуешь? В тот день, когда Махапрабху явился в Майяпуре, Адвайта Гасай был в Шантипуре. И внезапно он начал танцевать, бросился в пляс. И Харидас спросил, в чем дело? И точно так же, как Адвайта Гасай знал и Шривас Пандит. Шривас Пандит и Джаганнат Мишра были друзьями. Джаганнат Мишра жил неподалеку от... Они жили неподалеку друг от друга, были соседями. Они были друзьями, точно так же, как Шачимата и Малинима. Были друзьями. Малинима всегда помогала Шачимате. У Шивас Пандита было три брата. Шивас Пандит, Шрирам Пандит, Шрипати и Шринидхи. Четыре брата. Они были совершенно преданными. Они являются украшением Навадвипа Дхамы. Настолько великие преданные. По вдохновению, полученному от Бхагавана, они пришли сюда из Шрихатты
и стали жить в Майпуре. Поскольку знали, что придет Бхагаван, золотая аватара. И когда это произошло, Гауранга Махапрабху родился, Малини Ма была здесь, Шривас Пандит также были здесь, в Майпуре. Шривас Пандит всегда помогал Джаганнатха Мишле и Шачи Мате. Они всегда поклонялись Шалаграме. Они были чистыми преданными. Вся семья являлись чистыми преданными, и они поклонялись Бхагавану. Еще до того, как пришел Бхагаван, они были превосходными преданными. Как вы, может быть, помните, я говорил о Девананда Пандите. И тогда я говорил о том, что Шривас Пандит пришел к нему послушать Бхагават-катху. Ну, поскольку Девананда Пандит был хоть и пандитом, но у него отсутствовала бхакти. Он не чувствовал, что не считал, что нужно служить преданным. В этом была главная проблема. Без служения преданным невозможно обрести бхакти. Вспомните, с чего я начал сегодня. Эта шлока говорит об этом. Коренная причина Кришна-бхакти — это саду-санга. Как вы можете знать, в Чайтанья-чаритамрите говорится саду-санге. Вы очень хорошо знаете эту шлоку, но вы ее запомнили без осознания. Так вот, Шивас Пандит пришел на Бхагават-катху, но поскольку Девананда Пандит был сухим философом, произошло то, что произошло. Шримад Бхагаватам полон расы. Каждое слово может расплавить сердце. И услышав Бхагават-катху, Шривас Пандит начал плакать и кататься по полу от экстаза. Но присутствующие неправильно восприняли его поведение. Они подумали, что он хочет прервать, остановить их харикатху. И решили прогнать его. Это в действительности высший успех от слушания Бхагават-катхи, то, что проявлял Шивас Пандит, слезы Шивас Пандита. Это высшее, что можно обрести. И этот случай произошел задолго до явления Махапрабху. Но когда Гауранге исполнилось 16-17 лет, он пришел туда и объяснил, что было совершено оскорбление. Итак, совершаете вы баджан или нет, зависит от вас. Но, пожалуйста, не совершайте оскорбления. Как минимум, старайтесь избежать оскорблений.
Еще одно оскорбление. История с Чапал Гопалом. Он был негодяем. Демоном. Он хотел очернить имя Шривас Пандита, опозорить его, потому что в его доме собирались преданные, танцевали, громко пели и беспокоили его. Поэтому он принес бутылку вина и цветы, с которыми поклоняются Кали, Кали Деви. Параферналии, с которыми поклоняются Кали, он принес к дому Шривас Пандита. Поставил снаружи входа, то есть поставил около входа в дом Шривас Пандита. Когда Шривас Пандита утром вышел из дома, он увидел, что это, и начал рыдать и кричать: «О, люди, приходите, посмотрите, я настолько падший, ежедневно я пью вино, поклоняюсь Кали. Я только притворяюсь преданным. Посмотрите, вот бутылка вина». И все собравшиеся вокруг брахманы начали причитать, начали сокрушаться. Кто сделал это? Шривас Пандит, великий преданный, кто посмел сделать это? Он же умрет от подобного оскорбления. Но никто не знал. Никто не знал, кто сделал это. Не было никаких улик. Не было свидетелей. Они не могли обратиться в полицию с этим. Просто кто-то ночью пришел и подбросил все это. Как иногда подстраивают аварии на железной дороге. Все в порядке, сигнал идет, поезд может беспрепятственно ехать, но когда кто-то выкрутил необходимый болт, поезд, то есть изменил поезд не изменил свое движение, когда должен был. И таких случаев очень много. Возможно, 30 лет, 28 лет назад подобное произошло. Может быть, 25 лет назад. Я в то время, даже 35 лет назад, я в то время ездил в Каракпур, в институт, в один институт. И один работник железной дороги сказал мне, что водитель поезда, машинист пошел попить чай. И именно в этот момент кто-то зашел в поезд и забрал важный
важную деталь из поезда. Когда объявили, что поезд начинает свое движение, он ехать не смог. И когда Шивас Пандит все это увидел, он в конце концов позвал человека, чтобы он все помыл, вынес все принесенные вещи, потому что он даже не мог к этому прикасаться. Но что произошло? На следующий день Чапал Гопал заболел лепрой. Заболел проказой. Он понял, что совершил огромную ошибку. Члены его семьи прогнали его из дома, выгнали. Он пришел на берег Ганги. И, завидев издалека Махапрабху, он стал рыдать. «Махапрабху, я совершил ошибку, прости меня». Но Махапрабху ответил: «Я не могу тебя простить. И то, что с тобой случилось сейчас, это ничто по сравнению с тем, что ждет тебя в будущем. Это незначительная капля. Ты совершил оскорбление лотосным стопам Шриваса. Ты не понимаешь, кто такой Шривас». И тот начал рыдать. Итак, Гауранга Махапрабху подрастал. Он много шалил. Они плавали в Ганге, ныряли, хватали людей за ноги, которые хватали браманов за ноги, подшучивая таким образом над ним. Запрыгивали им на плечи. Браманы ругались: «Мы будем жаловаться Шачимати». Они приходили, жаловались: «Он не позволяет нам плавать». Но они не понимали, что таким образом Махапрабху проливает на них свою милость, что дает им пыль со своих лотосных стоп. А Джагната Мишра наказывал его палкой. Собирался побить его палкой, но Гауранга, всезнающий Господь, по пути он встретился с отцом. Отец спрашивает: «Откуда ты идешь?» Он отвечает: «Я из школы, и нет никаких признаков того, что он сейчас плавал». Джагнат Мишра негодовал: «Но мне только что пришли ко мне люди и сказали, что ты баловался на Ганге». Но Гауранга, было очевидно, что он идет из школы, глядя на него. И он думал: «Как это, с чего это я буду это наказывать? Видно же, что он идет из школы». И как только Джагнат Мишра уходил, Гауранга бежал на реку, и они продолжали забавляться с друзьями. В это время, то есть во время своего детства, Махапрабху
очень много проказничал. Но когда он подрастал, когда ему было 17 лет, 18, он являл образец поведения. Но до этого Шривас Пандит говорил ему, то есть уже в юные годы он говорил, ты читаешь о бхакти, то есть ты читаешь, ты учишься так много, ты так разумен, но ты не совершаешь Кришна-бхакти. У тебя очень хорошее образование, но ты не совершаешь бхаджан. Ты же просто тратишь время. А Кришна-бхаджан нужно делать, совершать безотлагательно. Послушай меня, говорит Шривас Пандит, это бхаджан, Кришна-бхаджан, это конечный результат, это конечная цель любого образования. То есть какова цель любого знания? Познать Кришну. И ты очень разумен, но почему ты не совершаешь бхаджан? Гуранга отвечал, о, хорошо, по твоей милости, когда-нибудь я начну совершать бхаджан. И спустя какое-то время Махапрабху начал проявлять особое настроение. Порой он помогал Адвайта Гасаю принести воду Ганги для поклонения шалограммам. В то время он уже начал больше проявлять образцовое поведение. Помогал Шривас Пандиту принести воду Ганге. Никто не понимал, каковы его лилы. Никто не осознавал, что за этим стоит. Через какое-то время он, наконец, начал являть причину своего прихода, проявлять особое настроение. Это началось с того момента, когда он пришел сюда после Гайи. После того, как он получил дикшу от Ишвара Пурипада в Гае, с того момента он начал являть уникальное настроение. Шивас Пандит, Гададхара Пандит были как тень. Если вы почитаете Чайтанья Бхагавату, то увидите, что поскольку Адвайта Гасай является Махавишну, он был единственной опорой для преданных в этом мире. Поскольку это материальный мир, и люди тут не знали о бхакти. Старший брат Махапрабху Вишварупа или Шривас Пандит Гададхар Мукунда. Для всех них Адвайта Гасай был поддержкой. Все приходили к нему, чтобы послушать Харикатху и Киртан. Шривас Пандит, Шрирам Пандит, его братья, их братья были великими преданными. Они совершали киртан. Мукунда был выдающимся киртанией. Они совершали киртан. Постепенно Махапрабху все больше проявлял свою лилу. Разворачивал свою лилу. И впоследствии он начал
совершать киртан Шивасангане. Шивасанган — это апракрита раса стхали. Апракрита санкиртан раса стхали. Потому что Махапрабху совершал расалилу именно там. Большинство лил он совершал именно там. Гауранга Махапрабху говорил Нитянанде: «Ты мое сердце. Без тебя меня нет». Нитянанда пришел сюда из Вриндавана для того, чтобы принять участие в Гаура-лиле. Когда Махапрабху начал свою сокровенную лилу, начал раздавать милость, пришел Нитянанда. И первым делом он пришел в Нанда Ачарья Бхаван. Сейчас там располагается Госвами Махараджа, Мадх Госвами Махараджа. Я не буду рассказывать в деталях, но суть в том, что первым делом Нитянанда пришел именно туда. Каждый знает об этом. И именно там Махапрабху и его преданные встретились с ним. И Махапрабху, показывая на Нитянанду, сказал: «Я говорил о нем». Но жил Нитянанда Прабху в доме Шривас Пандита. То есть первое время он жил в Нандачарья Бхаване. Но в конце концов он стал жить в доме Шривас Пандита. Потому что и Гауранга, и Нитянанда относились к Шривас Пандиту как к отцу, а к Малине как к матери. Они были практически одного возраста с их родителями, и не только это, они были очень близкими друзьями. Целыми днями они были вместе. Сопереживали друг другу. Когда Шачима спала и видела какой-нибудь сон, она первым делом приходила к Малине и рассказывала. В то время Нитянанде было около 23 лет. Он был старше, чем Гауранга. Но он спал на коленях Малини. Нам сложно это представить, и мы можем легко это понять неправильно. Но он, как маленький ребенок, спал на коленях Малини Ма и пил молоко из ее груди. Она,
Бхактимати, то есть она осознавала все. Обычные люди, это им понять это сложно. То есть как маленький ребенок. Конечно же, у нее не было никакого грудного молока, но когда пришел Нитьянанда, оно появилось. Материалисты недоумевают, им кажется, что это какие-то грязные вещи, но на самом деле это сам Господь. О чем вы говорите? Что грязного может быть в его лилах? Это просто полное непонимание. Малинима кормила прасадом Нитьянанда. Он сам не ел. Он только смеялся, порой плакал. А Малинима садилась и кормила его. Как ребенка. А он Нитьянанда, это сам Баларам. Шачимата это осознавала, понимала. Шачимата видела, что Гор Нитьянанда не отличный от Кришна Баларама. Когда Нитьянанда приходила в дом Шачиматы, она видела его как своего старшего сына Вишварупу, то есть смотрела на него таким образом. Она думала, мой Вишваруп покинул дом, но когда я вижу Нитьянанду, мне кажется, что он вернулся. А возраст у них был приблизительно одинаковый. Но Шачимата не могла понять, что это лила йога майя. Конечно, она осознавала, но не до конца. Она догадывалась. Но... Кто такой, что значит Вишваруп? Тот, для кого нет ничего невозможного. Анантадев. И таким образом Вишваруп не отличен от Нитьянанды. Махапрабху совершал очень много лил в Шривасангане. Иногда он шел на Гангу принять омовение, а иногда не шел. И тогда его слуга приносила по имени Дуки, приносила воду Ганге. Для Гауранги. И Шивас Пандит устраивал его купание прямо в доме. Они поливали на него кувшинами воду Ганги. Однажды Гауранга спросил, Шивас, кто приносит воду для моего омовения? Ее зовут Дуки. Он сказал, не называй ее Дуки,
сукхи, называю сукхи. Дукхи означает грустный, страдающий, а сукхи — это счастливый. Она настолько счастлива приносить мне воду, зачем ее называть дукхи? Это имя не соответствует ей, не подходит для нее. И с тех пор все преданные стали называть ее, здесь это была маленькая девочка, стали называть ее Сукхи. Так Махапрабху совершал бесчисленные лилы. Когда он хотел пролить, когда он захотел пролить милость на Нарайани Деви, маму Вриндаван Дас Такура, в будущем она стала мамой Вриндаван Дас Такура. И когда ей было 4 года, Махапрабху сказал: «Отдайте просад». Часто он так говорил: «Отдайте остатки моей пищи на Нарайане». Все преданные были поражены. Что это за лила он являет? Нарайани Деви подрастала. И когда Махапрабху явил свою Бхагавата Сварупу, до этого он совершал обычные человеческие лилы. Когда он был маленьким, он был, казалось бы, обычным, непослушным ребенком. Подрастая, он стал, казалось бы, разумным, образованным, но никто не знал, что это сам Бхагаван, потому что он старательно скрывал это. Но когда он захотел проявить свою Бхагавата Сварупу, он сделал это в Шривасангане. Однажды он обратился к Шривасу, придя в его дом, сказал: «Закрой дверь». Это произошло после... Это произошло до того, как он пролил свою милость на Шриваса. Произошло до того, как преданным было запрещено проводить санкиртану, поскольку мусульманский правитель сказал, что каждый будет жестоко наказан за киртан. Все преданные были испуганы, Шривас Пандит был испуган. И когда Шривас Пандит узнал о происходящем, он закрыл дверь и начал молиться Нрисингхадеву. Но в этот момент в комнату ворвался Гауранга и сказал: «Кому ты молишься? Я здесь! Я здесь, я с вами!» И Шривас Пандит, глядя на Махапрабху, увидел, что, казалось бы, это тот же Махапрабху, но он совершенно другой. Его тело сияло так, будто бы тысячи солнц. Он сел на трон
на котором располагались шилограммы, и поместил их на колени. И начал раздавать милость. Сейчас нет времени говорить об этом в деталях. И эта лила происходила не один раз. Он подзывал преданных, они приходили, он наделял их милостью. Но это происходило всегда в Шривасангане, именно в Шривасангане. Именно там Адвайта Гасай увидел форму Вишварупы, увидел. Махапрабху спросил, что ты хочешь увидеть, Шивас Пандит, что ты хочешь? А тот ответил, я хочу увидеть твою Вишварупу. И тогда комнату заполнило сияние, будто бы миллиона солнц. И в этот же момент пришел Нитьянанда и увидел эту форму, божественную форму Махапрабху. Очень много лил, бесчисленное количество лил проходило там, не только одна. Так, Шривас Пандит был словно тень Махапрабху на протяжении всех его лил. Приняв саньясу, Махапрабху ушел в Нилачалу. Каждый знает об этом. Шривас Пандит, оставшись в Майпуре, не мог вынести разлуку и пошел вслед за ним. Как мы знаем, Джагнат Мишра оставил этот мир, когда Махапрабху было всего 12 лет. Но когда Махапрабху ушел из Майпура, Шачимата и Вишнуприя страдали в разлуке. В то время Шивас Пандит жил в Найхате. Я посещал то место, но ехал не... Ехал через Чинсуру. И на другой стороне Чинсуры находится храм Шривас Пандита. Сейчас храм поддерживает Девананда Гаудия Матх. Это был первый храм то есть это был первый храм, установленный Кешава Махараджем, построенный Кешава Махараджем, храм в Чинсуре. Затем он построил этот храм, но он был настолько удачлив, что служил Шривас Пандиту. То есть Шривас Пандит жил в Найхате. Сейчас он находится по эту сторону реки. Но и там, в храме, находятся божества, которым поклонялся Шривас Пандит. Were served by Shivas Pandit.
Когда Махапрабху, возвращаясь с Пури, захотел принять омовение в Ганге, порой он приходил в Бенгал, приходил сюда, чтобы принять омовение в Ганге. Он пришел и первым делом пошел в дом Адвайта Гасая, а затем к Шривас Пандиту. Из Шантипура, где жила Адвайта Гасая, он пошел к Шривас Пандиту. Шривас Пандит был очень счастлив видеть Махапрабху. Какое-то время он оставался в доме Шривас Пандита, а Шривас Пандит, хоть и переехал туда, в Найхате, порой он приезжал сюда, приходил сюда, в Майпур, и жил в доме Шачи Деви. И когда Махапрабху пришел сюда, Шривас Пандит служил ему, и он, Махапрабху однажды к нему обратился: «Ты, Шривас, вроде нигде не работаешь, у тебя нет никакого своего бизнеса, никакого своего дела, как же ты семью свою содержишь? Если нет денег, если никаких средств к тебе не поступает, как ты можешь кормить свою семью? Чем ты будешь кормить свою семью? Нету, если денег невозможно купить продукты, нечем кормить семью. Если наступит день, когда тебе никогда никаких пожертвований не будет у тебя, что ты будешь делать?» И Шривас Пандит сказал: «Один, два, три», трижды хлопнув в ладони. «Что это значит?» — спросил Махапрабху. «Не понимаю, о чем ты?» Шивас сказал: «Прабху, если один день никаких пожертвований ко мне не придет, я не получу никаких пожертвований, и на второй день никаких пожертвований я не получу, а на третий день я пойду и утоплюсь, потому что я пойму, что нет милости Махапрабху со мной». Махапрабху сказал: «Если Лакшми обеднеет, ты не будешь ни в чем нуждаться. Если даже Лакшми обеднеет, ты не будешь ни в чем нуждаться». И каждый год Махапрабху Шривас Пандит приходил в Пурушоттама кшетру, Чатурмасе. Скоро сейчас начнется Чатурмасе со строгими правилами. Так вот, на Чатурмасе Адвайта Гасай, Шривас Пандит, Шивананда Сена и другие преданные отправлялись на встречу со своим сердцем, с Гаурангой. Они не могли жить без Гауранги. Это и есть настоящая любовь. Мы
Мы легко можем жить без Бхагавана. Говорят преданные, что вот я стараюсь изо всех сил, но на самом деле это не так. Так много аскез на Чатурмасе нельзя. Баклажаны нельзя. Много других ограничений. Без Гуранги мы жить можем. Это не такая большая проблема. Но как мы можем жить с такими ограничениями, с такими, в таких аскезах? Но в их жизни Гауранга был центром. Он был их жизнью и душой. Шачимата плакала, однажды увидев сон. Она позвала Малини и рассказала ей, сегодня Махапрабху пришел ко мне во сне. Это произошло уже после того, как Махапрабху принял саньясу. Нимай пришел сегодня ко мне и попросил риса, дал чапати. Это замечательный баджан на Бенгале. Он начинается со слов Шачиматы. Сегодня я расскажу, что мне приснилось. Нимай пришел в мой дом и попросил: «Мама, накорми меня». Приняв саньясу, Махапрабху покинул Навадвипа. И все преданные ежегодно на протяжении 4 месяцев находились в Пуре, в Пурушоттама-кшетре вместе с Махапрабху. Если вы почитаете читание Чаритамриту, читание Бхагавату, вы увидите, что Шривас Пандит был словно тень Махапрабху. Вы можете увидеть, как описано в Чайтанья Чаритамрите. На Радхаятре было 7 групп, 7 сампрадай. Мукунда, Шинивас, простите, Мукунда, Чутананда, Нитянанда, Сварупгасай, Шривас Пандит возглавляли их. Вакрешвар Пандит. И одновременно Махапрабху присутствовал в каждой. У нас была возможность осознать, что это такое во время
Шрилы Бхактидаита Мадхава Госвами Махараджа. То есть подобное, нечто подобное проявлялось в жизни Шрилы Бхактидаита Мадхава Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа. Я родился уже после этого, но я знаю по описаниям, я слышал от преданных, как они танцевали. Как они танцевали перед колесницей Радха-ятры. Панды приглашали Мадхава Госвами Махараджа на колесницу Джаганатха, потому что они видели, что это великий и преданный. То есть они, панды, приглашали напрямую увидеть Джаганатха, предстать перед Джаганатхом. И я также однажды смог получить такой даршан. Семь сампрадай, и в каждой играли на мридангах. Мы должны постараться понять, кто есть Шривас Пандит, но для этого необходимо оказаться в Пурушоттамадхаме во время Радха-ятры на фестивале Херапанчами, и там вы сможете увидеть сварупу Шривас Пандита. Здесь сложно понять. Радха-ятра на второй день месяца по бенгальскому календарю, то есть 2 числа. То есть дитья. В 1 числа проходит Гундича Марджана, об этом мы будем говорить. Я думаю, сейчас темная половина месяца, потому что с Экадаши начнется Чатурмаси, да, я уверен, что сейчас темная половина месяца. Потому что скоро начнется Чатурмасия врата. Так вот, если вы поедете туда, в Пурушоттамакшетру, в то время вы пойдете на замечательный фестиваль Хера Панчами. Хера означает смотреть, искать Джаганатха. Лакшми Деви в гневе идет, чтобы вернуть Джаганатха домой. Раджа Пратапарудра подготавливает все к приходу, к их приходу. Махапрабху вместе со своими спутниками. Им не терпится увидеть лилу.
Махапрабху приходил в Паршитама Кшетру. Все преданные собирались в Пурушоттама Кшетре и с нетерпением ждали начала лилы. Однажды Шивас Пандит и Сваруп Гасай спорили друг с другом в сладостном настроении. О чем? Шивас Пандит сказал: «Моя Лакшми Деви, богиня богатств, идет за Джаганатхом, чтобы привести его назад. А твоя Радхарани, бедная девушка, все, что у нее есть, это цветы, лесные цветы. Но Лакшми Деви, она, у нее столько богатств». Махапрабху, слыша это, смеялся. От наслаждения. Шривас говорил одно. Шривас говорил: не говори подобного. А тот говорил: моя Лакшми Деви, богиня всех богатств. Махапрабху говорил: Шивас, ты не знаешь, Сваруп Гасай, настоящий Браджаваси, чистый Браджаваси. Он не говорил, что это Лалита Сакхи. Он говорил: Шривас, понимаешь, кто такой Сваруп? На самом деле он чистый Браджаваси. Он познал сладость Враджалил. А ты Нарада. То есть в действительности Нарада является, простите, Шривас Пандит является Нарадой. А для Нарады выше является Вайкунха Лила. И поэтому он отставил величие Лакшми Деви. Итак, все четверо братьев. Сейчас Пандит выглядел молодо благодаря следованию брахмачарья, то есть гораздо моложе, чем он был, выглядел. Но на самом деле он являлся Нараджа. Он никто иной, как Нарада. По милости Шривас Пандита, огромное количество людей смогли обрести Кришна Бхакти. Шривас — это сердце Гауранги Махапрабху. Поэтому с самого начала Гаура Лилы Шивас Пандит, Малинима день и ночь служили Гауранги Махапрабху.
Мы должны молиться о их милости, о милости Шривас Пандита, для того, чтобы мы смогли обрести бхакти. Без его милости этого мы не сможем этого сделать. Без милости преданных бхакти обрести невозможно. Невозможно совершать преданное служение. Своими собственными усилиями ничего не добиться. Завтра мы поговорим об этой шлоке. Как не может живое существо выжить без мамы, без матери? Так и мы не можем совершать преданное служение без милости преданных. По милости Бхакти-деви мы сможем все, что угодно. Но в отношении Бхакти мы зависимы от преданных. Мы должны полагаться на... Мы должны молить преданных о милости. Бхакти — это богатство преданных, собственность преданных. На этом я хочу остановиться. Мы молим о милости Шривас Пандита, великого спутника Гауранги Махапрабху.